В Астане завершился чемпионат Казахстана по конькобежному спорту. Личными рекордами отметилось большинство молодых скороходов нашей страны. Отдельно стоит отметить выступление Станислава Палкина. Он дважды праздновал успех. Второе место по сумме двух выступлений на дистанции 500 метров и третье место на дистанции 1000 метров. Поскольку чемпионат Казахстана носит статус квалификационного турнира, главная его задача – формирование команды для участия в Кубках мира. По итогам первенства три золотые медали завоевала Екатерина Айдова. Уверенно выиграл свои коронные дистанции 1000 и 1500 метров действующий чемпион мира Денис Кузин. На трех дистанциях в числе призеров также алматинец Федор Мезенцев. Через 2 недели команда отправляется на первые 2 этапа Кубка мира в Азию.